Красивые люди, красивые события. 20 минут о стиле жизни на 31-м. Это Beauty Time. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Проект «Модель X+» – лекции и практические занятия для женщин с пышными формами – успешно стартовал этой осенью в Челябинске. Ну а как подводили итоги, смотрите прямо сейчас. Сегодня вообще очень волнительный день. Это, конечно, возбуждение, волнение. Честно говоря, с утра слегка выпила пустырник. Меня вывели из зоны комфорта. Я чувствую большую ответственность, потому что работа многих людей сосредоточена сегодня. Конечно, очень волнуюсь. Волнение участниц этого проекта объяснить легко, ведь к этому вечеру они шли целых 2 месяца. Ровно столько длился первый сезон «Модель X+» от имидж-клуба «Светлана». Это новый проект нашего клуба, называется он «Модель X+», X как неизвестная. Это любой возраст, любой размер. Мы с самого начала проекта заявляли, что спустя 2 месяца участия в проекте девушки полюбят свое отражение в зеркале. Надеюсь, мы заложили зерно, это зерно попало в правильную почву. Невозможно за 2 месяца изучить и освоить на практике все вопросы моды и стиля, поэтому мы надеемся, что девушки будут продолжать это обучение. Женщины поменялись. Я вела с ними собеседование в начале проекта, и сейчас могу совершенно точно сказать, что почти все женщины поменялись, и они точно уже совсем другие, они по-другому относятся к себе, они больше себя любят, и то, чего мы хотели добиться, это любовь и уважение к себе самой. Мы добились. Сегодня здесь не только друзья и родные. Поддержать девушек пришли те, кто принимал непосредственное участие в их внутреннем и внешнем изменении. Их преподаватели, стилисты, визажисты и модные эксперты. Мы с удовольствием поработали с ними. Каждая из них заняла большое место в наших сердцах. Наша задача была собрать как так называемый total look и показать жителям нашего города и девочкам, ну и вообще всем, как можно красиво одеваться, обуваться и насколько детали имеют важное значение. Когда мы увидели девушек, увидели их образы, их фактуры, их харизмы, картинка в том, в чем они пойдут на дефиле, сложилась сама. Мы подбирали, конечно же, по цветовой гамме, которая подходит, конечно же, по фасону, которая хорошо корректирует фигуры наших девушек. Ну, мы уже не первый раз участвуем с клубом «Светлана» в аналогичных проектах. Нам всегда нравится что-то новое, интересные эксперименты. А критерий всегда один, чтобы клиент был доволен. Других критериев нет. Естественно, по цвету, по фактуре, по силуэтному решению. Владелица бизнеса и финансист, ветеринар и педагог, юрист и технолог. 14 успешных женщин, 14 ярких личностей. Каждая из них и до проекта разбиралась в моде, посещала бутики и салоны красоты. Однако люди, привыкшие к успеху, не могут без новых знаний и эмоций. И именно это сподвигло их всех на эксперимент. Сменить кресло руководителя на статус ученицы, чтобы быть еще более совершенной и в вопросах стиля. Научились верить в себя. Научились вот, ухаживать за собой, за волосами, за кожей, за одеждой. Во-первых, я приобрела уверенность в себе. Почувствовала себя женщиной. Вот. Это во-первых. А во-вторых, ну, я сейчас совсем думаю по-другому, одеваюсь по-другому, даже хожу по-другому. Для меня открылся такой новый мир. То есть я как-то думала, что все это про других людей, про других женщин, каких-то с обложек и журналов. Оказывается, что это про меня. Я могу также выглядеть, ходить, мерить красивую одежду, выглядеть стильно, модно, интересно. Не изменила, скорее приукрасила, добавила новых эмоций, добавила позитивных эмоций. Мы попробовали, поэкспериментировали. Это и взрывное, это еще и для тела, это еще и для себя достаточно. Ну, такая хорошая информация, хорошая, ну, даже вот так научиться хорошо ходить, прямо стоять, убрать там горбик, который может вдруг появиться когда-либо. Ну, и потом как-то помолодеть и душой, и телом. В общем, я могу сказать, что я настолько вдохновилась этим проектом,
что я сейчас уже во втором проекте. Я поняла что-то новое в новых модных тенденциях. Я стала одеваться так, когда раньше я бы так не одевалась. Нового очень много, но самое главное – это тот большой-большой фонтан эмоций, который мы здесь за эти дни, за эти занятия успели почерпнуть, искупаться в этом фонтане эмоций. Это самое главное. Но новых очень знаний много, информации тоже и по стилю, и по макияжу, и по даже мировосприятию. Вообще проект дал вот такую вот радость общения с людьми, которые, у которых общий интерес. Интерес к элегантности, красоте, жизни. Вы знаете, я себя просто почувствовала женщиной. Больше ничего в этой жизни не надо. Просто почувствовать себя женщиной. Много открыла для себя новых магазинов, которые прям вот я хотела найти, мне помогли их найти. Восторженные отзывы от гостей финала, пожалуй, главная оценка того, что этот проект, несомненно, получит свое продолжение. Это мода, красота, стиль, куча положительных эмоций. Я думаю, такого модного события в городе очень недостает. Я считаю, что то, что делает имидж-клуб Светлана, это очень важная такая миссия, что они дают женщинам реализовать себя как женщины, красиво выйти на публике. Какие они все счастливые ходят. Просто видно, что они большую радость испытывают, что это не зря они занимались, они получают удовольствие, несомненно. Если встретишь вот такую женщину на улице, от нее взгляд не отведешь. Новые знания, новые возможности, знакомства, кто-то заводит себе друзей, обменивается информацией, это, безусловно, очень важно. И сидеть на диване всегда можно, но лучше же интереснее пообщаться, потому что в мире столько всего интересного. Это и стимулирует, и вдохновляет очень многих женщин любого возраста. Первый сезон проекта «Модель X Plus» состоялся. Теперь нам предстоит только догадываться, каким будет второй сезон. Ведь организаторы обещают сделать его еще интереснее и насыщеннее. Кстати, стартует он всего через месяц. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Энса. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensostyle.ru. Клиника «Источник» представляет генетический тест «Косметология». Это анализ более 100 генетических маркеров, который позволяет максимально точно оценить состояние кожи, чтобы выбирать только эффективные косметологические программы. Отделение косметологии клиники «Источник». Наука на службе у красоты. 77-88-905. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Когда-то в 90-е на смену парикмахерским с их очередями и ненавязчивым сервисом пришли салоны красоты с клиент-ориентированностью и индивидуальным подходом. Со временем индустрия красоты менялась, как и все в нашей жизни. И сегодня места, где делают людей красивыми и ухоженными, также меняют свой формат. Проект 12% этой осенью отметил год работы в Челябинске. За время существования Дома парикмахеров мы уже провели 3 национальных шоу при поддержке крупных марок. Мы ставили шоу Филиппа Киркорова, мы делали много проектов, фэшн-проектов и социальных проектов в этом городе. Год пролетел просто какая-то секунда. Казалось бы, только-только на праздновали открытие. Прошел год, и сейчас, когда мы сами смотрим видео с Ириной, с открытым ртом, удивленными глазами, потому что как? Год назад, и за год произошла вся вот эта трансформация. По прошествии года я вспоминаю все свои страхи, которые были у меня там перед открытием этого дома, все сомнения, и сейчас они, ну, совершенно, мне кажется, смешными. Я люблю цифры, она любит творчество. Вот наша такая коллаборация превратилась в Дом парикмахеров.
Специфику 12% сложно описать даже в нескольких словах, ведь это творческое пространство, где учатся, вдохновляются, экспериментируют, где создаются фэшн-образы и для подиума, и для жизни. Дом парикмахеров для нас – это пространство стиля, пространство модных, классных, современных людей. 12% – это место, в котором хорошо. Мы часто путаем, когда о суете говорим о том, что пора ехать на работу, мы путаем работа со словом «дом». И это все происходит именно потому, что здесь соответственная атмосфера, именно потому, что здесь максимально комфортно для того, чтобы творить, создавать, чтобы просто быть настоящей самой собой. 12% – это дом, где ты можешь отдохнуть, поучаствовать, ты будешь красивая, ты будешь с макияжем, ты будешь с красивым глазом, ты будешь с красивым окрашиванием. Наш век на текущий момент диктует условия, что ты должен в одном месте получать максимум. И поэтому любые коллаборации визажистов с парикмахерами, парикмахеров со стилистами – это сейчас тренд. Поэтому я думаю, что дом парикмахеров точно на волне. Ну, на мой взгляд, это что-то такое, это что-то современное, что-то такое модное, сюда хочется приходить. Атмосфера нереальная и, блин, я люблю с праздником. В программе праздника вручение премии за фэшн-бьюти-достижения и прочие заслуги в сфере креатива. Это самый трансформационный человек в нашем пространстве, поэтому спасибо тебе и вашей премии, пожалуйста. 12% для меня это место творчества, это место, куда я прихожу, никогда не знаю, что я хочу, прихожу, сажусь в кресле и говорю: «Ира, сделай меня красивой». Я увидела Иру и увидела ее горящие глаза. Я увидела, что человек открыт и максимально включается. И мы с ним начали разговаривать и понимать: все, это мой человек. И ты когда его встречаешь, все, сердечко все включается. Когда ты приходишь сюда, ты попадаешь действительно в эту закулисье, ты можешь видеть, как сбоку от тебя происходит какой-то процесс, готовят модели к съемкам, к подиуму. И ты вольно-невольно становишься участником этого процесса. Парикмахеры должны объединяться. Должны объединяться по своему складу характера, по интересам. Вот создавать такие небольшие команды, в которых они будут креативить и которые будут вокруг себя объединять своих клиентов. Среди гостей этой вечеринки – дизайнеры, модели, коллеги-парикмахеры, визажисты, блогеры, трендсеттеры и все те, кто разделяет философию 12%. По ощущениям, это действительно настоящее место, где люди приходят за вдохновением, где мастера самые креативные, самые модные, сильно интересные собираются в одном месте, чтобы делать людей этого города еще более счастливыми, более в тренде, более какими-то модными, радовать последними новинками данной индустрии. Это классно, когда школа плюс мастера, которые работают, и здесь же все, обучение происходит. Вот эти мероприятия, это очень здорово. Это эмоции, это желание как-то по-новому ощутить эту жизнь. И я приглашаю сюда каждого ощутить это на себе ежедневно. Потому что атмосфера, которая дает 12%, каждый парикмахер, который здесь работает, ну, мне кажется, это прям очень круто. Само название 12% концептуально и многозначно. Профессионалы знают, что эта цифра обозначает самый большой процент окислителя в красителях для волос. А еще это наивысшая концентрация творческой энергии, которая заряжает каждого, кто оказывается в этих стенах. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. В современной моде с ее драматическими контрастами и противоречиями ультраактуальными иной раз становятся вполне обыденные предметы. Так, например, рубашка. Знакомая, привычная, понятная. В этом сезоне присутствует не только в офисах и учреждениях, но и на мировых подиумах, рассказывает стилист Елена Чуевская. С рубашкой можно составлять, ну, миллион образов. И деловой, и повседневный, и расслабленный. В этом комплекте на рубашку надет жилет крупной вязки. Вот с таким крупным, объемным отворотом. Это тоже на пике популярности, все жилеты. Вот этот комплект очень хорошо будет смотреться с джинсами. Можно с грубыми ботинками, можно, опять же, казаки надеть. И даже, знаете, как
замшевую обувь, ну, бук будет очень красиво смотреться. Рубашку можно надевать на спортивный свитшот, и тем самым мы снимем такой расслабленный вариант свитшота спорт и добавим повседневности к этому образу. Здесь получается у нас короткий рукав, сейчас тоже активно носится рубашка под футболки. Активно можно предложить носки с джинсами, или же мы возьмем брюки в клетку, это будет более деловой, такой офисный вариант. Кстати, рубашка, пододетая под джемпер или свитшот, это не только стильно, но еще и тепло. Все-таки встречаются в моде и рациональные решения. Для первых в труде и первых в игре. Для первых свиданий и первых признаний. Для первых по кудряшкам и первых по волнам. Для первых на поворотах и первых на виражах. Макфа. Первые для первых. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюр» на Соне Кривой 30 и Пушкина 65. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале. А в Instagram, ВКонтакте и Facebook нас найдете по хэштегу #BeautyTime_TV. На этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».